Ребята, всем привет. Мне тут недавно прислали из Германии кофе, который называется Edusho Weiner Extra. Поговаривают, что хороший кофе, сейчас мы его будем заваривать, и я поделюсь своими впечатлениями о запахе и вкусе данного немецкого кофе. Для начала нальем немного водички в турку. Естественно, использовать лучше только фильтрованную воду. И поставим все это дело закипать. Сейчас распакуем кофеечек. Попробуем предварительный запах его. Запах обалденный. Очень вкусно пахнет. Ну, посмотрим, как он будет пахнуть после заваривания. Что же у нас тут пишут? Натуральный жареный молотый кофе, среднеобжаренный. Вакуумная упаковка, хранить при температуре не выше 20 градусов Цельсия. Дата изготовления и срок годности указаны на дне. 1,5 года срок годности. Белки, жиры, углеводы. Для приготовления одной чашки рекомендуется взять 2 чайные ложки кофе. И готовить напиток любым традиционным способом. В турке, кофеварке или с использованием фильтра. Мы последуем совету и положим 2 ложечки кофе. Так как я ложу ложки, это можно назвать 3 ложками. Потому что я делаю это с такой горкой. На самом деле, если пить, то пить. Как кофе будет у нас завариваться, можно нарезать пару бутербродов. Кофе закипел. Дадим ему немножко отстояться. Привычка из детства съедать колбасу со шкурки. Не могу себя отучить. Ну что ж, пробуем. Запах мне уже очень нравится. Но сразу говорю, если мне не понравится этот кофе, то я об этом вам сразу скажу. Потому что я отношусь к кофе очень серьезно. Если мне не нравится, я просто его не пью. Да. Очень крепкий. И такой насыщенный кофейный вкус. Классный аромат. В общем-то, всем рекомендую. Реально вкусный кофе. Добавим немножко кипяченки вместо сахара и вместо молока. Но чтобы оценить настоящий вкус кофе, конечно же, его не нужно ни с чем смешивать. Поэтому изначально я пил без кипяченки. И так вкусно. Да, супер. Ну что ж, пожелайте мне приятного аппетита. Если найдете у себя в городе этот кофе, то обязательно возьмите и попробуйте. Я рекомендую, реально вкусный. На этом у меня все. До новых встреч. Пока.